День третий. Гуляем, гуляем. Сегодня в других перчатках. Такие сосенки. Снег скрипит. Минус 12 градусов. Сегодня мы идем вдоль озера. По озеру сегодня будем шагать. Что-то новенькое, интересненькое. Вот цель до тех деревьев дойти. Кто на лыжах, кто на палках. Все спортом занимаются. Дошла я до деревьев. Лыжник. Какая-то юрта, рыбаки, наверное, рыбачат. Вот есть дорожка, можно по этой дорожке еще пройтись, там обратно. Какая шикарная лыжня, надо сдать себе, привезти лыжи. Подготовка для биатлонистов. Мы все идем. Вот развилочка. Налево пойдешь, измену найдешь, направо пойдешь, серого волка встретишь.
Вот почему я выбираю разные места для ходьбы. Чтобы было интересно. В первую очередь для меня. Потому что я не очень люблю однообразие. Кольковым ходом внизники. И здесь хороший трасс. Нижний сделай. Лыжников пока нет. Можно ходить. Горка с горки. И опять по прямой, и опять в горку. Там мы прошли. Сейчас пойдем сюда. Вот я и говорю, то в горку, то с горки. И главное, тишина. Один-два лыжника промелькнет. И помню, воссоединение с природой. Там нет у меня никакого крепления к куртке, чтобы прикрепить телефон и палками заодно тоже работать. Приходится от палки держать при съемке, а второй рукой телефон. Это вот такие неудобные для меня. Но зато как красиво. Как красиво тут. Просто сказочный лес. Еще единомышленник есть. Ну классно, тоже с палками женщин ходит.